Свежие из-под ножа шеф-повара вкусные роллы от компании City Rolls мчатся к своему обладателю. Курьер спешит доставить свежие продукты, чтобы клиент долго не томился в ожидании. Заказ лучше привезти максимально быстро, чтобы все было горяченькое, чтобы люди были довольны, чтобы было все вкусно и сытно. И вот счастливый обладатель сета от компании City Rolls. Кстати, получает он его в разгар рабочего времени бесплатно. Ехал домой, услышал на радио конкурс и приехал домой, решил позвонить. Написал стихотворение, позвонил, потом позвонили, сказали, выиграл. Бесплатный сет или пиццу можете получить и вы. Наш холдинг PR Media, в который входит радио Европа Плюс, разыгрывает на частоте 102,8 сет роллов или пиццу от компании City Rolls. Юля, вот прямой эфир со стишком. Юля, давайте сразу же телефончик запишу. На этой неделе каждый день слушайте Европу Плюс в прямом эфире с 3 до 4 часов дня. Выполняйте задания, забирайте сет роллов или горячую пиццу в подарок. Нужно набрать 27-92-62, но до этого немножечко поработать головой, придумать стишок. Сегодня мы придумываем стишок про пиццу, вчера мы придумывали стишок про роллы. Что будет завтра, это неизвестно на самом деле, но в любом случае будет какое-нибудь творческое задание. Итак, завтра у вас есть шанс выиграть сет роллов. Подключайтесь к частоте 102,8 с 3 до 4 дня, выполняйте задание и выигрывайте доставку. А если ждать уже не втерпёшь, то заказывайте еду уже сейчас по телефонам City Rolls на экране. Елена Силакова, Дмитрий Воронушкин, Новости Верхнекамья.